Так, продолжение у нас происходит нашей космической Одиссеи, и у нас два дебила, это сила, которые получили молнии по жопе, и теперь они не могут друг друга лечить, и им нужно немножко времени, чтобы они, собственно, немножечко... А, смотрите, ее можно положить. А ты можешь ее лечить? Нет. Ну, видимо, а ты можешь? Нет, Джонас тоже тупой. Хотя, смотрите, вот что за херня? У него есть... Где? Вот, смотрите, у него 5-й уровень медицины. Почему Джонас не умеет лечить? Не понимаю. Так, иди одевайся. Походу, сейчас будем дырки латать. Как вы помните, у меня есть штуки, которые уменьшают вероятность пробоин после землетрясений вот этих вот сраных. Я надеюсь, что они в этот раз нам сильно помогут. Правда, я его что-то больно рано одел. Но ничего, походит в скаф. А, он спать еще хочет. Вот дерьмо. Так, давай раздевайся. У тебя 180 секунд, чтобы выспаться. Давай быстрее, ублюдок. Если он не поспит, это будет привет. Он же за каждое действие теряет еще немножко энергии. Вот, это проблема. Но главное, что у нас есть Сира, и наша теперь основная цель — это собирать запчасти кораблю. Ну и, в общем, найти какие-то вот радиоизотопы, чтобы делать фудрод. Фуилрод, простите, да. Рим, игра обновилась, проверь, все апгрейд, все откатилось к первому уровню. В смысле, ты чё? Ты чё меня пугаешь? Все апгрейды на месте. Ты чё? Ты про какие апгрейды говоришь? Там что? Критическое обновление вышло, и теперь разработчики хотят, чтобы я начал заново? Они что, прикалываются, что ли? Да, привет всем еще раз, ребята, кто со мной. Привет всем, кто будет записи это смотреть. И, кстати, кто будет записи это смотреть. Господа на Ютубе. У меня там на Бусте что-то выходит часто очень. Какие-то вроде интересные видосы. Гляньте, посмотрите. Это важно. И обзор Dying Light там скоро будет. Вот. Так что заглядывайте там уже куда-нибудь. Так, ну, осталось 90 секунд. Сейчас он еще немножко... В общем-то, у него уже 40%. Это неплохо. Так что иди одевайся. Сейчас будем дырки латать. Эти два дебила... О, смотрите, опять этот баг. Они не крутят. Крути педали. Видите? Как только загружаешься, они почему-то сразу тупеют. Это печаль. Да, про Терриона видосик есть на Бусте. Он мне поезда подарил. Реально офигенные поезда. Вот, так что зацените. Поезда огонь. И там маневровый тоже. Ну вообще. Так, ну давай, дружище. Все, оделся. Давай, перезаряжай свое дерьмо. 50 секунд осталось. Что у него вообще в скафандре, кстати, есть? У него дрель и свет. У него, кстати, нету охладителя. Я, по-моему, третий-то как раз-таки мечтал сделать. Для него все подготовил, но самого не сделал, да. Охладителей у нас только два. Но мы сейчас это дело проверим на всякий случай. Может быть, он у меня на складе. Я уже не помню, что я тут делал. Блин, какой же классный свет здесь. Шерхан, ты мне нап... Ага, ну да. Все, у нас тут есть свет и джетбутс, которые... Которые я, по-моему, всем раздал. Ну-ка, подождите. У нее нету или есть? Почему тут Джаред включился? Вот это что за херня? Вот скажите мне. Я смотрю на Хейли Вильямс, почему у меня переключаются внизу иконки? Я вот это вот не понимаю. Так, у Хейли есть. У Джонаса... у Джареда, простите, да. Да сука, возьми ты Джареда, господи боже, тупорылость. Джаред Фостер. У него есть маска, бутсы тоже есть, все нормально. Так, у нас... Классно, у нас много дырок. Срочно чини вот эту дырку. Блин, надо этих дебилов тоже переодевать. Короче, не очень-то помогла новая вот эта технология. Совсем, прям совсем не помогла, ребята. Прям беда какая-то. И он не пошел, да? Ну, нормально, что? Он не пошел. Я его послал, он не пошел, понимаете? Вот. Это все, что надо знать про эту игру. Короче, Suppression не работает, да? Вот он стоит, и он не работает. Он не... Непонятно, как избежать тогда... Нахера он тогда нужен? Подождите. Он... Как-то я не понимаю, что происходит вообще. Иди заряжайся. А потом иди чини. Я не знаю, как долго они будут, конечно, это делать. С такими скиллами. Но выбора-то нету, как бы. Вот.
У меня кровать второго уровня, склады откатились и требовали заново повышения уровня. Правда, все бесплатно было. Ну, тогда ладно. Я заново не точно не пойду. Не, ребята, сорян. Если они вайпнут игру, я не пойду заново играть в нее. Это все заново строить? Да сдохнешь, нафиг надо. Так, Джонас. Джонас почти починил дырку. Ему теперь надо идти сюда, чинить вот эти дырки. Вон, там еще третья, но я не думаю, что он успеет. Как у них идут дела? О, господи, как они медленно это делают. Ты дойдешь сюда, нет? Пожалуйста, дырку почини, да? Все вовремя, как... Я не понимаю тогда, зачем эта штука сделана. Ну вот правда. Я построил почти в каждом отсеке вот эту хероту. Сейсмический, значит, супрессор. Locally Limits Impact. Короче, он, типа, гасит волны от вот этого вот землетрясения, да? Судя по его описанию. Вопрос только, он их гасит, сука, или притворяется? Я вот не очень понимаю. Потому что, видимо, он притворяется. Приветствую всех присутствующих. Желаю отличного стрима. Береги Джареда и Хели. Да я буду стараться, блин. Спасибо тебе большое за поддержечку. Их по 4 нужно. Серьезно? Подожди, ну хорошо. Если их там нужно 4, сколько их нужно на главный отсек? Я вот одну поставил. А ты ездил в Ярославле, 4 кило не забрал? А не пришло еще, Коль? Не пришло еще 4 кило-то твое? Потому что там была только одна посылка, и там была... были поезда. А у тебя что, в трекинге написано, что пришла? Просто у меня тречится какая-то посылка на почте, что она там где-то разворачивается, вращается по всяким там сортировочным центрам. Если она у тебя пишет, что она в РФ, то она, скорее всего, не в РФ еще. То есть она в РФ, но она еще катается по всяким там центрам. Так, ну походу Джонас починит здесь это все быстрее, чем эти два дебила. Но они вроде уже, что-то там эффект какой-то есть от их телепания. Джонас, как дела у тебя? У него, в общем-то, тоже всего один скилл, так что он тоже такой себе чинитель. Самое, конечно, дебильное, что нельзя разгерметизировать, вернее, наоборот, загерметизировать отсек и не выпускать оттуда воздух. Вот здесь вот прям, знаете, внешний вид вот этого вот места, он прям выглядит как будто airlock. Вот airlock, знаете, вот здесь вот должна быть еще одна дверь. Они сюда заходят, кислород спускается, они дверь эту открывают и идут дальше и там играть в песочницу. Не знаю, куда они там пойдут. Ну, в общем, да, надо их это... Вот она надула, поделилась кислородиком, и у нас теперь в главном зале 35%. Ну, можно раздевать, в принципе, нормально. Они при 35, они сознание не теряют, это уже всемирно известный фактус. И наш замечательный Джонас начал ремонт последней дырочки. Вот. И все будет хорошо. Все будет просто охренительно. Кто уже разделся? Хейли разделась. Теперь пусть идет пожрет и спать ложится. И теперь ждем Джареда. Джаред, что-то у него там с энергией прям лютые проблемы. И я не думаю даже, что он успеет пожрать. Давай, Джаред, справишься. Супрессоры нормально начинают работать на втором уровне, и когда их 3-4 штуки стоят. То есть я зря потратил сраные алмазы, да? Понятно. Я буду иметь в виду. Спасибо. Ну, здесь просто 4 места. Я подумал о том, что это как бы намекает. Я тебе скриншот в дисковод кинул. О. Принято. Я завтра поеду и завтра проверю. Обязательно. Но вчера, короче, не было. Я попросил их посмотреть, есть ли еще что-нибудь. Сказали, ничего нет. А что происходит-то, я не пойму. Он не может починить? Что такое? Видите, да? Он либо баганул, либо реально там такая дырища, что ему... А, это баг, все нормально, да. Я привыкаю уже, начинаю. Слушайте, поначалу, когда играли, столько не было багов. Сейчас вот они прям вылезают, знаете, как прыщи, сука, у подростков. Ой, беда, тебе уже пора полочку под картиной забубенить, подарунки. Ну, не, у меня столько подарков нет, ты чё? Я же ведь не в дотку играю, ведь я и не визжу в монитор-то. Не, мне столько не дадут подарков.
Мне нормально, у меня тут подоконник довольно широкий, там даже спать можно при желании, так что... Надо об этом подумать, кстати, будет очень интересный эксперимент. Так, смотрите, у нас ожоги у Хейли, и мне... Я просто вот... Вот объясните мне, кто тоже играет в игру, вот даже в комментариях. Я, может быть, что-то не понимаю, но почему у Джонаса медицина 5 уровня, а он... Ой, черт, друг, а ты починил, все, молодец. Но он, короче, не лечит. Он лечить не может. А Хейли может. При том, что у нее медицина 2-го. 1-го даже уровня, даже 2-го еще не достигла. Вот это как работает вообще, а? Что ему мешает Джонасу нашему... У него все есть, короче, все уровни есть. Я просто думал, может, ему какая-нибудь там science, computer science нужна или еще что-то. Куда ты пошел? Ты кто? Ну вот смотрите, мы ее укладываем, допустим, да? Вот как это должно работать? Мы укладываем пострадавшего, в данном случае Хейли. И Джонас мчится со всех ног к ней со своим 5-м уровнем медицины. И он должен работать. О, заработало. Видали? Вот так просто. Я попросил, и оно заработало. До этого не работало. Все, класс, теперь работает. Замечательно. Но от электричества их по-прежнему лечить почему-то нельзя. Это страшно бесит, если честно. 70%. И мозг у него поплыл. Надо ему это, попросить его похавать. Сходить взять 7 очков. Если получится. И мы, наверное, сейчас пойдем... путешествовать. У них же есть охладители. Я думаю, что Джаред будет первым. Хейли пока все равно лечится. Ей пофигу вообще. Или ты все, ты уже... Он уже ее вылечил. Нихера себе. Все, иди пожри и спать. Молодец. Не думал, что тебя похвалю, тварь, но ты молодец. У Хейли что у нас там тоже? Пусть пожрет и тоже пусть поспит, наверное. Нет? Нет, не поспит. Она пойдет тренироваться. А Джаред сейчас пойдет делать вещи. Я не хочу опять брать двоих. Там, конечно, ее можно, в принципе, попросить. Вот где твоя, вот твоя, вот она сейчас пожрет. Потом она пойдет, значит, сюда. Значит, отменяем и отправляем ее за комбинезоном. Она пойдет добывать серу. Да, нам нужна сера, я все время про нее забываю. От меня еще минимум одна посылка точно будет. А ты уже отправил? Боже, вы не закидывайте меня. Я же, у меня мало места, понимаете, мне жить негде. А вы посылки вот большие присылаете. И куда я их буду складывать? Мне сарай надо строить уже тогда, получается. Все. Джаред почти подготовился. Так, значит, смотрите. Мы пошли в прошлый раз вот сюда. Ёптвать, как тут жарко-то, а? В общем, мы пошли в прошлый раз сюда, и здесь было довольно жарко. И мы сейчас пойдем опять сюда. Вопрос только, куда мы пойдем дальше. А. Просто они должны дать нам, разработчики, возможность делать... Как она называется? Вот эти вот... Канатик-то их, понимаете? Канат очень нужен нам. Очень нужен канат, потому что без него мы не переберемся на другой остров. Тут же везде щели, понимаете? Тут же все в щелях. Вот, а у меня остался последний вот здесь, единственный и неповторимый. Все, Джаред полностью готов, пошел нахрен на волю. Стоять. Надуйся сперва. О, и Хейли готова. Потрясающе. Сейчас она тоже, тоже ей там. Выдадим кислородика, давай. И потом вали отсюда нахрен. Надо было подождать в лифте-то ее, вот дерьмо. Ну ладно, не сдохнет. Так, ну получается, смотрите, что можно предпринять. Можно пойти сюда и забрать зиплайн, и прийти сюда, его, собственно, поставить там. Короче, вот ждем тебя здесь, дружище. Хейли. Все, Хейли отупела. Лифт уехал, Хейли не знает, как дальше быть. Она вообще вон по воздуху ходит, ей нормально. Надо Риму щебень отправлять, что он со спиной помучился. А, ну спасибо, Фергус, я очень ценю твое. Твою щедрость, она просто неоценима, знаешь. Все, Хейли пошла добывать, экстрактировать серочку. А я вообще-то, кстати, тут и не гулял, в общем-то. Может быть, здесь стоит погулять? Что мы тут можем найти? Вот это что такое? Блин, тут что-то есть, слушайте. Джаред, давай-ка перебирайся, пойдем погуляем там немножечко.
Там, может быть, что-то ценное имеется. Все, пошли. Это мы уже вроде проверяли, но я на всякий случай гляну еще раз. Там фонарик. Все нормально. Так, пошли дальше. Это у нас карбончикс. Карбончикс. Давай иди, Джаред. А, сюда еще... А, это не сюда. Подожди, все нормально. Я-то думал, там надо прыгать, а там не надо прыгать. Все хорошо. Смотрите, вот здесь какое-то что-то новенькое. Вот это вот не Урантус там. Что там они еще могут юзать? Ты что, в кислоту дура, что ли, совсем? Она еще только дошла. Какая ты медленная сегодня, Хейли. Ну-ка, что это такое? Командор Тедди. Потрясающе. Какой сюрприз, сказал Джаред, найдя гребаного плюшевого мишку в обломках корабля железных. Ладно, я не придираюсь. Вот еще какой-то чемодан. Пошли посмотрим. Да, без фонаря, конечно, тяжко ходить. Без нормального не видно ни черта. Тут какие-то огромные озера серые, у которых температура немножко прохладная. А дальше я не вижу, куда можно походить. Джаред, что там в ящике есть? Покажи мне. О! Блин, говно. Я думал, это зиплайн. Ну, emergency medkit тоже нормально. Так что забираем все. Здесь я ничего не вижу интересного, кроме всяких озер. Не озер, в смысле, а гейзеров. Ты умеешь туда ходить вообще? Сможешь дойти? Сука, здесь просто не видно ни хрена вообще. Как он пойдет, интересно? А вот так, видали? Он умеет. Ну, хороший патчфайндинг. Либо они его починили, либо... Нет, они не починили. Так, а ну стой, будешь климб делать. Старт поинт. Arrival поинт. Ползи, короче. Сейчас будет странно выглядеть это все. Ну вот так вот, понимаете? Приходится страдать. Кстати, о страданиях. Мой страдалец уже выспался. Иди пожри. А потом иди тусуйся. Перфекто. Так, ну он вроде спустился, да? Молодец. Пойдем теперь. Тут нихера нету, да? Готовь полочку. Там ожидается серия из 50 таких журналов. Ох, ёпта. А ты мне... Ты что, дурак, что ли? Нет, подожди. 50 журналов? Ну, я почитал, да, что это первый и второй выпуски. Но это, конечно, круто. Так, старт поинт. Arrival поинт. Ползи, тварь. Это, конечно, круто, 50 локомотивов. Там будут только локомотивы или вагоны, они тоже собираются выводить. Я просто не видел. Там вроде не написано, какие ожидаются в будущем. Вот, сука, это ты меня заинтриговал. Ты нормальный, нет? Нет, конечно. Так, иди инспектируй. Проводи. Проводи исследование, козлик. Давай. Я так понимаю, что мы достигли края карты, потому что у меня камера вверх не едет никак, никаким образом не едет. Хоть такси вызывай. Так, здесь у нас можно добывание делать всякого разного. А я тут тоже ни черта не вижу. Так, и у нас тут радио... О, зиплайн! Да, твою мать, у нас есть еще один зиплайн. Вот оно, сука, что я искал. И можно топать вот сюда куда-то. Тут вообще не ступала нога человека. А, или ступала. А здесь можно пройти без диплайна. А нахера я его тогда там раскорячил? Вот дерьмо. Сюда дойдем, друг? Наверное, придется лезть опять. Просто вот из-за того, что приходится постоянно крутить камерой в этой игре, ты немножко дезориентируешься. Если бы здесь еще был компас... Я был бы просто счастлив. Но компаса, к сожалению, разработчики нам не ввели. И не факт, что введут. Climb. А, он, походу, пешком дойдет. И лезть не пришлось. Отлично, молодец какой. Просто космический Джаред. И здесь у нас еще один зиплайн. Твою мать, слушайте, надо выкинуть что-то. Допустим, радиомаяк. В жопу его. У меня уже теперь 3 зиплайна будет. Сейчас посмотрим, что в этом ящике. Я просто буду охреневать, стоя, если там еще один зиплайн. И у нас... О, черт!
Какое дерьмо. Сейчас произойдет. Все домой. Хейли, пожалуйста, пожалуйста, успей. Хотя бы ты просто. Вот хотя бы ты. Что здесь у нас? Лазер-дриль. Твою мать, говно. Все, короче, Джареду по башке сейчас прилетит. Это однозначно. Хоть тут гадалки даже не ходи, ему сейчас прилетит по балде. Хейли успевает? Я очень надеюсь на тебя, Хейли. Потому что если нет, это печаль. Ты оба радиомаяка убрал? Серьезно? Блин, дайте посмотреть его инвентарь. Equipment. Зиплайн? Да нет. Вот здесь был маяк, я его убрал. Нахер он мне нужен? Так, сейчас надо климбить. Отсюда до сюда. Давай, ползи, чувак, пожалуйста, ползи. А вдруг его не стукнет, пока он ползет? Вот это, кстати, упущение со стороны разрабов. Которое я сейчас проверю. Может, оно и не упущение. Если успею. Вот что, если встать вот сюда? Как думаете, его шандарахнет? А, не успеет, твою мать! Джаред! На тебе нахер, Джаред. В смысле? Прикиньте, ее херануло просто перед лифтом. Ну что за херня? Вот это тайминги, конечно. Ха! Блин, вот жопа. Ладно, иди раздевайся. Сейчас попробую я ее уложить и Джонасом ее вылечить. Это будет классно, если получится. Просто я балдеть буду полностью. Рим, ты оба маяка убрал. А что оно мне повторно пришло? Странно, имит. Странно, сегодня ведет себя ВК. Так, ну мы сейчас проверим, можно ли ее вылечить. Если ее можно вылечить, это было бы просто прекрасно. Потому что следующий на очереди Джаред. Он там где-то еще корябкается, да? Ты где там, Джаред? Он еще бежит. Главное, чтобы он не остановился, и они любят так делать. Так, смотрите, вот она залезла, да? И наш замечательный немецкий медик может ее лечить. Так, либо они пофиксили эту тему. Потому что раньше она изначально была видна. То есть ты мог лечить сразу же. О, да то вы прикалываетесь, что ли? Твою мать, что происходит? И молнии, и землетрясения. Меня сейчас всю базу распердолит. Я не планировал делать ничего. Тварь. Гадина жопа. Ты придешь домой-то? Нет сегодня, Джаред? Давай быстрее. У него уже 22% кислорода. Ну что такое? Ему надо восстановить, кстати, психологическое состояние, потому что когда их бахает молния, они вроде там немножко теряют в своем этом состоянии. О, давайте проверим, кстати, пофиксили разрабы очередь. О, слушайте, они вроде пофиксили очередь, либо он уже был в лифте, когда я назначил. Ну, короче, в любом случае, надеюсь, что работает. Так, теперь иди жри, пока ее там лечат. А, ее уже вылечили. О, Хейли, просыпайся. Хейли, ты будешь делать... Вот я думаю, что нам важнее-то? Нам алмазов сколько у нас? Ноль. Ноль алмазов. Тогда сперва мы сделаем охладитель. Сейчас, где-то он. Вот, кулинг модуль один. А потом посмотрим, сколько там чего останется. Переделаем, если что. Джардино. Иди ложись, сейчас тебя будем лечить. Ты что же под молнией? У него как раз там энергия в жопе, так что ему полезно будет. Не, Миша, молниеотводов нет. У нас единственный молниеотвод — это Джаред. Так что тут никуда не денешься, к сожалению. И он отлично, кстати, справляется со своей работой. Правда, Хелли тоже цепляет. Тебя там не убьет в твоей маске? Зачем эта маска? Я не понимаю, что за бред? Лечи его, лечи. Вот, это мне нравится, класс. А потом иди сюда. Так, осталось 100 секунд. Сейчас надо будет всех опять одевать, кислородом накачивать, чинить базу. В общем-то, меня не сильно напрягают эти пробоины, потому что, ну, прикольно, какая-то движуха у тебя происходит. Но с учетом того, что нужно, получается, по 4 этих супрессора ставить, это обретает такой довольно дорогой вид, понимаете? Вот, они не гасят землетрясение. По крайней мере, один точно нет. Так, давай, вставай. Значит, 70 секунд. Давай, одевайся. Сейчас будем веселиться. Одевайся. Хелли тоже, наверное, сейчас оденется. Да, вот это задание я отменю. Ей тут делать нечего.
Все, у нас теперь есть модуль охлаждения, который Джонас получает просто вот бесплатно, можно сказать. Ну-ка, смотрите, я ей послал скафандр, потом пойдет сюда? Надеюсь, да. Вот, кулинг модуль вместо фонаря и бутсы. Все, теперь у нас все укомплектованы всем, чем только можно. А у Джареда зиплайны, да? Ну, сейчас починимся, поспим, пожрем. Пойдем эти зиплайны расставлять через овраги. Вот здесь у нас тут, видите, где тут выход-то? Вот. Вот там щель какая-то была, куда не пробраться было. Где-то я еще видел. Щелечко! Так, кислородус. Давай, релодься. И ты подходи на очередь. Все подходим, сейчас кислородик будет выдаваться бесплатно. Жалко, их нельзя как в стратегии обвести вот так квадратом и всех разом послать. Это, конечно, было бы очень удобно. А очередь сработает в этот раз или нет? Не, очередь тоже не починили разрабы. Хотя, может, они и не пытались. Понеслось. Так, 5 дырок, господа. Джентльмены и леди. Значит, первая дырка за тобой. Вторая дырка здесь. А Джаред будет чинить здесь пробоину. Потом пойдет сюда. А Джонас после кислородика отправится в конец состава и будет чинить последнюю дырищу. Все, все разбежались. Задания у всех имеются. После того, как они все это сделают, собираемся в центральном модуле. Будем смотреть, что дальше делать. Вот. Опять багануло, смотрите. Вот он чинит, а она не показывается. Давайте я не буду трогать. Починит ли? Ну, судя по анимации, они чинят. Но сама иконка почему-то не желтеет. Будем надеяться, что пожелтеет. Что за ячейка у этих супрессоров? А, Кирк, здесь 4 ячейки. Ты их вот здесь строишь. У тебя вот здесь могут стоять 2, и вот здесь могут стоять 2. Но тогда ты полностью лишаешься лестниц. Или что-то там еще, по-моему, можно было ящик с амуницией поставить. Охренеть, по нулям просто вся база сразу сдулась. Нормальная тема, чё? Нормально вообще. Они либо не чинят, либо я не знаю. Ну-ка. Ага. Ну, я надеюсь, что у остальных... Серьезно? Это что такое? Так, где Хейли? А Хелли уже починила. Вот, короче, это баг, ребят. Все нормально. Можно расслабиться. Осталось 3 дырочки. Хелли пошла уже латать последнюю. Ребята, мужички. Уже он один справился. Теперь надо ждать, когда этот самый кислород надует. Потому что, ну куда там 13%? Это не прикольно. Может, кстати, разрабы дали возможность ставить новый кислород, нет? Нет, только Эва Сьют есть и все. И сейсмик супрессор. Да, говно. Получается говно. Там, когда нажимаешь на супрессор, там ячейка. Но его качнуть можно. Это понятно. Его можно вот здесь качнуть. Берешь сейсмик супрессор и вкидываешь ему дополнительную... Не знаю уж зачем там молоток, но в общем что-то дополнительное, которое тоже, сука, стоит как целый супрессор. Вот, посмотрите. 2 батарейки, 1 алмаз. Это же дорого. И таких 4 надо. Жесть какая. Так, ну чё, ребята. Ждем кислород. Здесь, смотрите, сотка почти. А где сотка? В коридоре. А чё он не выдался в общую-то систему? Очень странно. Ну окей. Ну, пока вообще нечем заняться, потому что, ну, видите, да, с кислородом небольшие проблемы. Здесь 29 уже. Можно, в принципе, раздеваться при 29. Все, давайте. Раздеваемся, разуваемся. Значит, первый Джаред пойдет пожрать. Пожрать пошел, потом у него с мозгами проблемы, надо ему мозги восстанавливать. У Хейли тоже с едой такое себе. И, в общем-то, тоже мозги, пусть побегает немножко. Потом будем крафтингом заниматься. Да, в общем-то, и наш замечательный Джонас. Я хочу их накормить, понимаете? Я забочусь о своих этих ублюдках. Они должны нормально пожрать.
Да, кислорода мало, но что может остановить нормального космонавта? Перед... Ты что, прикалываешься, игра? Ты угораешь? Только что уже трясло же. Ну же, трясло меня уже. Вот дерьмо. Не-не-не, Макс, я не скажу мой адрес. Мой адрес — это планетоид Ио, который спутник Юпитера. Присылай сюда. Тут нормально. Место вот здесь, места полно. Вот у меня места меньше, чем на этой станции. Привет, Махинатор, спасибо тебе. Ну, им надо немножко прийти в себя. И потом мы, видимо, опять будем страдать херней. Да. Это, конечно... Печалечка. Если оно так и будет трясти каждый день, а тут вообще два раза в день получается сейчас трясти-то будет. Это вообще не прикольно. Жопа полная получается. Так, а кто у нас тут сидит? Здесь... А, здесь Джардино. Джардино Распердино. Да, мне надо его, получается, первого что ли одеть. Чем заняться-то? Ему заняться-то не... Иди, кстати, ресики пока перерабатывай. Значит, смотрите, у нас есть... У нас ничего нет, у нас ни батареек нет, ни хрена. Давайте делать батарейки. Или нет, давайте сначала сделаем один раз все химические элементы, потом, значит, батарейки, потом алмазы. Я думаю, что это будет правильный выбор. Нашим ребятам скоро опять одеваться, 90 секунд осталось. Да тыгадык, тыгадык, пук, бряк, срак, вся херня вот эта вот. Но он медленно делает, конечно, да. Так, 77 секунд. Ну, в общем, пока еще нормально. Пускай они. А он получил, кстати, свой заряд ментального здоровья? Я что-то не видел. Говорит, плюс 7 чат с любимыми людьми. Да, беда. 60 секунд осталось. Я думаю, на 40 начну их всех одевать. Да, нормально будет. Ох, как-то долго, чувачина. Ну, ты прям... Ну, уже вообще-то 5. Давай теперь батареечки поделаем. Они что же по 2 выпадают? То есть, получается, там 2 батарейки, 2... А в итоге 4, кстати, получилось, потому что мы 2 серы съели. Ну да, да. То есть, сейчас будет 4 батарейки, ну, 4 алмаза можно будет сделать, вот. И уже 30, кстати. Пора им одеваться. Давайте, ребятки, пора. Сейчас трясти начнет. Всем немедленно собраться в главном отсеке и все такое. Даже вот так надо говорить-то вот. Уважаемые ублюдки, соберитесь все в своих скафандрах, иначе вас распердолит по нашей станции. Спасибо за внимание, идите в жопу. Мне кажется, меня бы взяли на вокзал, чтобы я о поездах сообщал. Так, 2 дырки у нас. Так, ты иди делай первую дырку, ты пошел делать вторую дырку, а ты, получается, просто смотри, стой и смотри. Один лишний получился. Паренек. Так, ну если они быстро залатают, то и хер бы с ним, да? Нормально будет? Хейли, я думаю, сейчас пойдет спать. У нее 33%, это не прикольно, иди спи потом. У нас не успеет точно сдуться корпус, так что все хорошо. Так, и вас, ребята, надо расставить, чтобы вы потом раздеваться могли по-быстрому уже. Все, Хейли пошла спать. И, кстати, Джонасу бы тоже не... Да, блин, их всем надо поспать, офигеть. Это, видимо, из-за ремонта они очень много тратят энергии, и вот они переживают. Ну, короче, в следующий пойдет Джонас, получается. Джаред еще вроде... Его можно положить в медикальный, в медикаментозный сон, короче. Там, по-моему, тоже можно спать. Я не хочу им создавать новый жилой модуль. Какого хера? Пускай 2 кровати делят. Это моя Виндовус был. Plug and play, знаете, сейчас будет еще. Вот видите, какой звук замечательный. Надеюсь, вам слышно. Я не понял, подождите, а... Ты чё? Ты чё, в скафандре будешь спать? О.
Подожди, и ты что ли в скафандре увалился? Да что они за тупорылые-то, видите? Короче, они не понимают очередь, ребята, раздевания. Вот. Сейчас я их раздену. Ну что за говно? Ну в смысле в скафандрах спать? Что за бред? Что за бред? Дебилизм. Да, полнейший дебилизм. Давайте, увольни. Теперь надо смотреть, кто первый раз день, тот и пойдет спать в нормальную кровать, кто второй, тот лох. Да, Джонас, никакой, ты меня поражаешь своей скоростью. Джаред пойдет спать в медикал бэй. Медибэй, вся херня. Ответ не услышал, двери в автоматическом режиме. Да, двери в автоматах. Вот, сейчас, да, сейчас все двери в автомате. Я их перевел от всегда держать открытыми. Хотя она все равно выдувает почему-то всю мою станцию. Это страшно бесит меня. Но ничего не поделать, к сожалению. Сейчас Хейли проснется. Я думаю, что она, ну, после того, как пожрет, пойдет, значит, делать батарейки. Ее нужно поконтролить. Она сделает две батарейки, и потом она пойдет делать алмазы. Видите, все по два выпадает, поэтому у нас будет всего по четыре. Кроме, конечно, вот этого серной кислоты, потому что мы где-то нашли колбочку. Вот у нас теперь оно и немножко асимметрично выглядит. Ну, она выспалась уже, молодец какая. Сейчас пожрет, будет работать. Надо еще подумать над этим. Я вообще на самом деле бы заморочился, типа, пособирать ресурсы и построить эти супрессоры, чтобы вообще потом уже не париться наконец-то насчет этих землетрясений. Но мне тут сказали, что в игре существует некий таймер, скрытый, он спрятан от меня и от ваших глаз, который учащает апокалипсис. Вот эти вот природные явления, они становятся все чаще, чаще и чаще. Хотя это вообще-то странно работает, потому что вряд ли на этом гребаном астероиде такое должно быть. А что-то у меня 3 батарейки уже. А теперь 6. А в смысле, подожди, а как ты так делаешь? А, она по 3 выплевывает. Все, вопрос снят. Я почему-то решил, что батареек будет меньше. Но в любом случае, нормально. И 2 алмазика нам, 4 вернее сейчас, придадут. И мы, наверное, пойдем ресики соберем. Одевайся. Соберем вот эти ресурсы, пока там мужики спят. А ну, как минимум, не все можно собрать. Что у нас там вообще надо собрать? Надо будет вот эту херню собрать. И вот эти 2, получается, собрать и вернуться домой. Нормально. Сейчас проснется Джаред, который пойдет, естественно, на улицу после того, как пожрет. И пообщается с родными. Хер ему. Пойдешь, короче, вот сюда. Так, а Джонас Понос может пожрать тоже. Все, у тебя 100%, просыпайся. И, наверное, во, ему можно поболтать нормально. Можно, в принципе, теперь и Джонаса посылать. Но проблема в том, что у Джареда зиплайны. А я их не выкладывал, потому что я ленивый очень. Вот. Ну вот Хейли ресики добывает, видите. Килограммочки сыпятся. Все классно. Но на воле нам нужен Джаред. Сейчас он там все сделает, все свои дела. И мы пойдем на улицу. Хейли, наверное, пойдет опять добывать. Да, ее, в принципе, можно даже не раздевать. Пускай добывает, сразу идет. Поэтому я тебя, Хейли, отправлю перезарядиться. И спуститься. Странно, написано Enter the Station, хотя она в Station. Видимо, потому что она за пределами. Игра понимает, что она не внутри. А вот теперь... Leave Station, да, понятно, все классно, нормально вообще. Вот теперь должно работать. Теперь должно полностью все работать. Джонас молодец. Джонас, иди едой позанимайся. Так, ждем тебя на кухне. Да господи, как это бесит. Это бесит иногда, сильно очень, меня. Рим, в том, в скафандре нет охладителя. В каком том? А, по-моему, там насрать, нет? Есть. Хейли, вот у нее кулинг модуль JetBoots. Все есть. Давай проверим. Чисто поржать.
идем в жару. У нее здесь показывает, что есть. Я тоже думал, что они типа в скафандры пихаются. Но видите, ей насрать, 1000 градусов, она охлаждается. Как это работает, я не понимаю. Телепортация охладителя из скафандра в скафандр, но, короче, оно работает, и мне нормально. Хорошо, когда работает, плохо, когда не работает. Ой, как ты долго собирать еду стал. Ты чё, мудак, что ли? А, там уже 2 килограмма. Все нормально, я мудак, прости. Джаред. Джаред, 50% у него менталочка. Все, пошли, пора. Пора на волю выходить, давай. Хелли пошла теребонькать свой замечательный серный камень. Да, здесь много таких вот несостыковочек сраных, но это ничего страшного. Это все-таки ранний доступ, причем довольно интересный. Давай, перезаряжайся. А ты очень нужен нам, чувак. Замечательно. Все, вали отсюда. Сейчас будем зиплайны расставлять во всех непристойных местах этого мира. Пойдем в первую очередь вот сюда. Вот где-то здесь я отупел. Вот. Вот сюда я хотел сходить, а тут нету зиплайна. Как меня эти помехи бесят, вы бы знали. Так, мы еще куда-то не смогли пройти. Я не помню даже почему. Ну ладно. Короче, пойдем сначала поставим зиплайн. Да, иди ставь. Джаред. Джардино. Давай, сейчас будем там зиплайны устанавливать. Вот главное время не просрать. Этот уже, кстати, готовит. Какой молодец, а? Вот он молодец. И ресики сейчас будем пердесики переделывать. У нас уже одна сера есть. Но я думаю, что мы батареечки сделаем и файберы. Потому что файберы это прекрасно. Беги, Форест, беги. Я-то поначалу думал, что здесь просто тень. Оказывается, здесь сраная скала провалилась. Это, конечно, сильно. Так, значит, set up zipline. Отсюда вот до сюда. Давай, делай вещи. Я уж не знаю, как он ставит здесь штатив для этого зиплайна. Но, в общем, они умеют. Все нормально. Единственное, только бесит, что игра в тишине. Хотелось бы больше музыки. Ну вот видите, поехал. Молодец. Сейчас будем тут шариться. Смотреть, что тут есть интересного. И, видимо, смотреть лучше с этого вида. Опа! А, это говно. Это золото. Все нормально. Это не то. Мне нужна ядерная хрень. Это тоже золото. Блин, а где же ядренку-то найти? Туда уже камера не едет. Все, это конец карты. А, тут еще можно делать динамит и что-то взрывать. И вот у меня вопрос. Что надо взрывать? Потому что мне только дай, я взорву. Сюда можно сходить. Вот здесь какой-то валун. Видите, какой-то как будто бы инородный, но вроде бы и нет. Здесь тоже какие-то 2 валуна есть. Ну вот тут прям место типа спустись и охерей. Что же там находится? О! Да, вот. Вот что мы можем подорвать, ребята. И походу там меня ждет ядреная матрешка. Вот это вот все такое. Ну пойдем, мы должны и тут походить тоже, посмотреть, что происходит. Но вот эти камни явно не взрываются. Следовательно, нам нужно пробираться... Где я видел-то вот этот вот... Подрывной это вот этот вот. Вот они. Вот эти по-любому бахают. Собственно, для того, чтобы их бахнуть, мы... А, так они рядом. О, как прикольно. Нормально. Так, ты где, дружище? Ты уже здесь. Давайте подойдем к ним проэкспериментировать. Да, ну вы понимаете, короче. Проэкспериментировать. Именно так. Это как шунтирование, только инспекция. Инспектируй. Можешь отсюда? Или тебе прям надо подойти? Хер. Давай тогда климбимся. Вот так вот. Ползи, как человек-паук. Смотрите, какой классный. Да в смысле? О боже, опять. Короче, нахер. Учитывая, что мы можем их лечить, все будет хорошо. Пускай херанет нормально молнией. Помнишь камень вниз?
Какой камень вниз? Ты чё, Кирк? Вот камни внизу. Да, я просто тогда забыл, что он может лазить. Теперь-то я знаю. Сейчас полезем еще ниже. Но его, конечно, молнией долбанет нормально. Но он должен справиться с этим. Старт поинт. Райвел поинт. Вот, ползи. Вообще-то стрёмное дерьмо. Прикиньте, вот, ну, ты такой там сорвался, жопу себе поломал, и никто тебе не придет на помощь, потому что в этом сраном каньоне рация не берет. Ха-ха! Да. Сейчас их молнией-то трахнет как следует. Нормально будет. Давай слезай. Мне нужна полная инспекция. А что, он не умеет? Да насрать вообще, давай уже слезай, паскуда. Во, инспекция прошла, нормально. Так, давай, подруга, домой. Где лечиться будем? Будем тебя лечить. И тебя вылечим, и его вылечим. Но ему сначала надо понять, что тут за камни такие. Давай. Расскажи мне, расскажи, да всю правду доложи. Что за камни видишь ты тут? О, инспектирует. Рок Кэвити. Фостер, значит, нашел вход в пещеры. Это невозможно. Наверное. Мы должны это взорвать? Конечно, мы должны это изучить, в смысле, да. Иди изучай. Брокен, он сломал себе кость. Ты дурак, что ли, совсем? Короче, он пошел в пещеру и сломал себе кость. Ну-ка иди. А, он уже второй раз не пойдет, да? Тогда у меня такой вопрос. А он со сломанной костью залезть-то сможет? Мы же не потеряли Фостера, пожалуйста. Твою мать! Так, Хьюстон, у нас серьезные проблемы. У нас просто... У нас самые серьезные проблемы, я бы сказал. Я сейчас Фостера потеряю. Потому что мне его... Он лазить не умеет, понимаете? О, черт. Да убери ты секонд трипод свой, пожалуйста. Он может здесь поспать. О, use medkit. Давай. Ну-ка давай, давай, давай. У него ж там эти... какие-то уколы есть. Давай воткни себе укол. Заюзал, нет? Стабилизирование чего-то там. Электрификейшн. Ну тут еще нормально времени-то ждать. Я не знаю, что с ним делать. Зиплайн отсюда не достает, к сожалению. Можно попробовать ее вот так. О! Лесенкой, да? Ну-ка давай ставь. Да, ну а дальше-то что? Дальше он не полезет же ж. Но это бессмысленно, подожди, не ставь. Ща, подождите, я что-нибудь придумаю. Надо куда-то забраться. Но некуда забраться-то, он не умеет. Кости будут сломаны еще до хера миллиардов лет. Так, подождите, ждем правильные мысли. Что мы можем ему предложить? Можем предложить ему Хейли. Не, мы можем предложить ему Джонаса. Хейли, все, она тоже отупела. Иди, короче, иди раздевайся нахрен. И вали, ну не знаю, пусть спать идет. Потому что нам нужен Джонас. Только Джонас может спасти Джареда. Есть идея. В общем, Джаред... У него один зиплайн получается с собой. И он его может вот сюда натянуть. И это хорошо. Это может нам помочь. Ну-ка давайте. Не-не-не, прыгать ты не будешь. Ты уже напрыгался. Молодец. Ну, допустим, вот отсюда. Вот сюда. Мы сюда залезаем, а, собственно, Джонас, который только что оделся и полностью готов к выполнению любых сложнейших миссий, он сейчас возьмет вот этот зиплайн, который мы вот здесь натягивали, и попробует натянуть ему сверху. Вот отсюда сюда. Если прокатит, будет просто идеальное дерьмо. Но я, честно говоря, не очень-то верю. Или вопрос... Можно ли его отколлектить вот здесь? Смотрите. Вот он подъехал.
И мы такие, коллект. О, кажется, я придумал абьюзинг-систему, да? И мы ставим сюда зиплайн. И сюда. Хе-хе, вот это я читер. Вот это я, конечно, читер. Джонас, все нормально, возвращайся нахрен на станцию. Хейли сейчас лечить будешь. Все хорошо, Хейли уже идет в конуру в свою. Нормально все. Джаред, пожалуйста, поднимись на своем классном новом зиплайне. Если он сейчас отсюда свалится, скатится и поломает себе шею, мне вообще будет очень смешно, скорее всего, да. Так, коллект. Давай, Джаред. Сработало? Ну, скажи, что да. Да, сука, сработало. Теперь нам надо успеть отсюда свалить. Так, идти ему... Где тут мост этот сраный? Вот сюда. А, да, хер там. Где эта дырка? Вот. Иди сюда, дружище. Я не уверен, конечно, что он успеет с такой-то скоростью. Но если чё, кто-нибудь из наших пойдет его спасать. А пока мы полечим замечательную Хейли. Зашел вроде раздеваться. То сейчас опять в кафе попрется, дебил. 19% у него. Нахер я тогда использовал медицину, если она не помогает? О! Нет. 18-17. Так, в жопу Хейли, подожди, надевай. Надевай нахрен. Давай. Я не помню, она здесь или не здесь. У нас есть бак кислорода. О, банк, это очень своевременно. На кислород для Джареда. Спасибо. Спасибо, банк. Вот, у нас есть оксиджен танк, побежали. Побежали навстречу Джареду. Джаред пока что медленно, конечно, продвигается. Ему еще тут пердохаться и пердохаться. Угу, все нормально. Я знаю, тварь. Я в курсе, что у тебя нет кислорода. Я тебе несу его, заткнись. Где он? Ох, ему еще идти-то, твою мать. Давай скорее, Джонас, сука. Только ты сможешь спасти Джареда. Твою мать, ситуация напрягается у меня. Очень вовремя, спасибо, да. Особенно, когда они по зиплайну поедут. У него 5% кислорода. Короче, ты на зиплайне не поедешь, жди здесь, если дойдешь. Джонас, давай скорее, тварь. Грогат ты такой. Он еще тоже хер знает где. У него асфиксия начнется у этого дебила. 2% кислорода. Вот это мы, конечно, сходили, нормально прогулялись. Четко. 1%. Он упадет, интересно, или начнет задыхаться? Так, 0%. По-моему, он это... остановился. Задыхается он, Джонас, скорее, твою мать! А нафига ты его в окружную отправил? Если можно было зиплайн напрямую перекинуть. А он не перекидывается, высоты не хватает. Вот, поделиться кислородом, не замедлить. Дэрин, я же пробовал, ты чё, не видел что ли? Там не хватает высоты зиплайна. Я ж с радостью бы его отправил прямо к базе. Дай ему подышать. Давай. Подыши, мразь, спасибо. Все, у меня отлегло. А ты можешь его носить, нет? Не может он его носить. Ну, короче, с ракет ему точно хватит, поэтому все нормально. О, что-то я прям распереживался. Чуть Джареда не потеряли. Он аж немножко задохнулся от такого... от такого всего. Все, надо домой. Надо домой, там у нас Хейли больная. Валяется, все никак не может дождаться своего момента излечения. Блин, у него 35%. Он, сука, дойдет вообще? Или мне оставлять, наверное, Джонаса придется? Ха-ха, я сейчас так поржу, если не дойдет. Да, это будет очень смешно. У Джонаса 30% осталось. У
Джареда 32%. Мне кажется, надо все-таки Джонас уехать, заправляться сейчас кислородом и бежать к нему опять навстречу. Иначе досвидос будет, понимаете? Расколбас и досвидос. И мы тем временем прожили 31 день. Ровно месяц грянул с тех пор, как мы отсюда свалились. Замечательно. Если они будут делать это чуточку быстрее, будет просто... Он еще жрать хочет. Ну, как-нибудь без жратвы-то не сдохнет. Нормально все. Давай, Джонас. Залезай уже, сука, быстрее. К нему сейчас навстречу надо бежать. Он еще только на мосту. Какой ужас вообще. Давай, перезапускайся. Долго он заряжается, конечно. Ну, у него, в общем-то, 23%, уже 22. Мне кажется, он дойдет, но на всякий случай. Прям вот на всякий случай, чтобы... Ну, чтобы, короче, точно он выжил, я пойду все-таки поделюсь с ним кислородом. Вот иди, пожалуйста, сделай это для меня. Дополнительный барон, баллон, да, махинатор автоматом расходуется. Я просто его спецом взял, потому что если бы он был без баллона, он бы, у него бы не хватило, понимаешь? Давай, дуй ему в жопу. О, черт. Ну, у них сейчас будет чем заняться, когда они вернутся. О, 4 дырки. Давай, те. Так, Джонас, тебе придется все это чинить. Ну а что делать-то? Вот так. Хейли туповато сейчас для таких работ. А этот со сломанной ногой тоже мало что сможет сделать. Джаред-то мой. И у него, кстати, голод там еще, кость сломана. Ну все нормально. Короче, сейчас все будет. Все хорошо. Мы выживем. Пошел, где тут ближайшее? Давай. Репейр. Репейр, мать его. И потом тут репейр и тут репейр. Вот, ему надо бы, конечно, поесть. А, слушай, а ты умеешь? Зайди на станцию, козел. Он опять там ходит туда-сюда, дебилушка. Мне интересно, он жрать будет в скафандре? Вы что, угораете, что ли? Через 2 секунды опять долбанет? Ну, какая херня-то происходит у меня на базе. Всего месяц прожили, уже невыносимо. Первая, значит, дырка починена была успешно. А вот я хочу провести эксперимент. Не, он жрать не идет. Ну и хер с ним, раздевайся. Где тут открытая? Давай, дружище, раздевайся. Сейчас мы тебя покормим. Вон Джонас носится, там все чинит, как псих. Ну, видите, он еле ходит вообще. Бедненький. И голодненький, кстати говоря, он тоже. Так, пожрать, срочно пожрать. Пойдет жрать-то? Пойдет. И теперь сюда иди. Будешь в очереди на медицинское обследование. Готовь жопу, будем мазок брать. О, этот уже почти все починил. Какой молодец. Какой же он молодец. А, там, подожди, там кислорода нет. Джаред, наверное, я херню придумал. Ты тут постой, пожалуйста, ненадолго. Сейчас бы он опять там поперхнулся. Да. Давай-ка сначала тогда эту отремонтируй, потом вот эту. Не факт, что она сразу надуется, конечно, но... А что делать? А потом, наверное, пойдем сразу Хейли... А Хейли уже... О, просыпайся, твою мать, ты нужна нам всем. Надевай. Ща Хейли запилит вообще. Так, а ты тогда ложись, дебил. Она, короче, пока валялась, починилась. Все нормально, и доктор не потребовался. Все, сейчас у нас Хейли все сделает. Она могет, она умеет. Потом вот здесь разденешься. Там же надо нам тоже скафандр-то всунуть. Куда следует там. Ну, немножко надули. А здесь немножко сдули.
И через 60 секунд опять долбанет. Вот класс. Вот это я понимаю. Вот это удача у меня прям. О, какой у тебя прикольный ник. Зайпщищ. Все эти миры ваши, кроме Европы. Не пытайтесь высадиться на нее. Ой, знаешь, я после Ио что-то вообще никуда не хочу высаживаться. Спасибо тебе за поддержку. Я бы на Марс поехал, знаете, вот хочется на Марс мне. Все, лечи ему все. Лечи его полностью. А Хелли закончила, да? И она, смотрите, нет, побежала. Я думал, опять отупела. Но побежала. Видимо, он решил его сначала... Вот, пока этот дурак со сломанными ногами ходил, у него молния вылечилась. Представляете, как прекрасно. Я его с этим поздравляю незамедлительно. Все, можно идти жрать. Давай, иди. И Хейли сейчас поест. И Джонасу бы тоже похавать не мешало бы. В общем, иди тоже жри. Где ты там разделся, нет? Наконец-то. Так, ясно, пожрете попозже. Эти дебилы вроде как... Ой, у них тоже есть дырка. Вот дерьмище-то какое ж, а? Кислородик-то уходит, как бы, ребят. Надо бы вам текать отсюда, я думаю. Джаред? Ты хоть чуть-чуть поел? Ну, все, беги. Беги, там, сука, почти ноль кислорода. Так, погнали ремонтировать это и вот это. Здесь больше дырочек нету. Да, вот тебе и здрасте, нахрен. А тут где есть дырки? Во, есть дырки, нормально. У них уже мозги на бикрень, посмотрите, 40% у Джареда. Нормально вообще, нормально. Очень безопасная станция, я вам скажу. Самое безопасное, в принципе, тут ноль кислорода у нас в главном зале. Если она сейчас опять напишет, что сейчас все взорвется, я буду сильно разочарован и, возможно, скажу что-нибудь плохое. Так, там дырищу починили, он уже бежит обратно, здесь дырка чинится. Здесь все починили. Молодцы. Молодцы, теперь ждем, пока будет надуваться, что делать-то. А давайте их разденем, чисто поржать, они сдохнут или нет? Ну, мне просто интересно. У него, кстати, скафандр еще не заправленный был. Ну, просто 8% кислородика, это же хватит же, по идее, нет? Так, он говорит 35% кислорода. 36%. Ну, у них нормально все. Все, класс. Все, иди жри теперь еще раз. И потом спать ложись. Хейли. Хейли выспалась. У нее все нормально. Она пошла заниматься спортом. А господин Джаред, он, конечно, еще не доспал. И потом вот сюда. Потом, видимо, вот сюда. Им надо ментальное здоровье качать. Я слишком долго был за пределами этой системы. Жизнеобеспечение. И вот. У них были проблемки. Надо, короче, их хотя бы до 60 докачать везде. О, кстати. Ты можешь? Можешь. Делай это дело. В общем, господа, впереди у нас... Смотрите, дырка еще одна, что ли, осталась? Твою мать, я заметил дырку, ребята. Я молодец. Вот я, конечно, такой молодец все-таки, да. Ну ладно, у них не выдувает, все хорошо. Сейчас у нас Хейли... переоденется и всех починит, всех спасет. Да. А пока им нужно немножко отдохнуть, у нас впереди много проблем и действий тоже. Сраный Юпитер, будь ты неладен. Я твою папу буду по кусочке.